Муж или любовник? Мы с мужем живем уже вместе 10 лет. У нас двое детей. Но отношения сошли на нет еще 2 года назад. У нас совсем нет близости. Мы совсем не общаемся. В общем, семья на грани развала. 1,5 года назад ко мне на работу пришел парень. И как-то так сложилось, что нас сразу начало друг к другу тянуть. У нас завязался бурный роман. Близость была незабываемой каждый день. Мне все нравится. Но совсем недавно муж начал проявлять ко мне какие-то знаки внимания. Неделю назад, например, подарил цветы просто так. А вчера вообще предложил всей семьей съездить на море летом. Комплименты начал говорить. Приставать ко мне начал каждую ночь. В общем, я в шоке. И муж начал как будто любить заново. И любовник любит сильно. Что делать? Мне теперь так стыдно перед мужем. Я ему рогов наставила. Изменяла чуть ли не каждый день с тем парнем. И думала, что семью уже не восстановить, а тут мужа как будто подменили. Я сразу вспомнила то время, когда мы только начали встречаться. Но я боюсь, если я выберу мужа, вдруг он быстро перегорит, и опять останусь я и без мужа, и без любовника. В общем, запуталась я. Что мне делать?